Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габиша. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В сотой школе строят новый корпус. Будущий спортзал и классы оценил и председатель законодательного собрания Краснодарского края. Заранее и по закону сочинцы теперь могут оформить участок на кладбище под семейное захоронение. Будешь не дома в день выборов, определись с участком заранее. Сегодня начат прием заявлений на местах. Понравилось и детям, и взрослым. В Сочи подвели итоги летней городской программы «Площадка нашего двора». Краснодарский край включен в число потенциальных регионов-участников программы повышения производительности труда. Документ обсудили сегодня во время заседания Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Участие в селекторном совещании, которое провел Дмитрий Медведев, принял губернатор края. Как отметил председатель правительства, Россия уступает по производительности труда развитым государствам. По данным Организации экономического сотрудничества, в 2015 году производительность труда в нашей стране, это ВВП на час отработанного времени, была в два раза ниже, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, других странах. Значит, парадокс в том, что при этом наши граждане работают не меньше, а даже больше. В среднем это получается около 2000 часов. Предполагается разработка региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости. Для участия в проекте в 2018 году Минэкономразвития страны отобрано 16 регионов, в том числе Краснодарский край. Вениамин Кондратьев отметил, что в заявке от края для участия в программе представлены организации, работающие не в сырьевом секторе, а ориентированные на импортозамещение, в частности на рынках продовольствия и строительных материалов. Кубанские яблоки на страже продовольственной безопасности в Абинске открыли один из крупнейших в регионе комплексов по хранению и сортировке фруктов. За качеством плодов полностью следит компьютер. На открытие цеха приехал губернатор края. Для региона подобное производство – шаг для развития всей отрасли садоводства. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Допустим, есть потертость, есть вмятина маленькая, но это, допустим, вот точка, видите? Это может плодожорка чуть укусила. У яблок здесь самый строгий кастинг. Прежде чем попасть в упаковку, а затем на прилавок, компьютер с ювелирной точностью отбирает плоды по размерам, весу, цвету и даже сорту. Ни одна потертость на яблоке не проскочит мимо электронного глаза. За качеством на конвейере следят около 200 датчиков. Устройство, которое определяет процент сахара в каждом яблочке. Ну, в текущий момент. Вот мы работаем, он тут же показывает. Комплекс по хранению и сортировке фруктов в Абинске – один из самых современных во всем регионе. На его строительство ушло чуть больше полугода. Теперь сюда ежедневно можно привозить около 200 тонн яблок, в том числе и на хранение. Удачной работы сотрудникам предприятия на церемонии открытия пожелал губернатор Краснодарского края. Современный сад интенсивного типа, капельное орошение, высокая урожайность, высокие технологии. А теперь мы открываем фруктохранилище. Калибровка, переработка, хранение, упаковка. Сегодня у Alma Production есть все возможности не только чтобы ворваться в число лидирующих производителей яблок нашего края, а стать лидерами. Гордость нового комплекса – 24 огромные холодильные камеры. Храниться в них яблоки могут круглый год. Для этого компьютер создает в помещении специальный микроклимат. И это еще один шаг к импортозамещению. Долгосрочное хранение позволит продавать больше абинских яблок на Кубани именно вне сезон. Это, в свою очередь, серьезная конкуренция зарубежным поставкам. Самые спелые яблоки, которые любит вся Сибирь. Вся страна их вся любит. Вся страна, да? А Сибирь особенно. Главное теперь сделать так, чтобы всей стране хватало наших яблок. Сегодня перед Краснодарским краем стоит задача вытеснить иностранные яблоки с российских прилавков. И региону это под силу, уверен губернатор. Уже сейчас Кубань производит 40% фруктов и ягод в стране. Однако для развития отрасли необходимы собственные питомники, которые бы выращивали местный посадочный материал. В основе всего лежит саженец. Саженец-то импортный или отечественный?
и те, и другие. И те, и другие, да? А в каком процентном соотношении? Ну, у нас где-то 10% это крымская опытная станция, остальные это саженцы из-за рубежа. Италия, Франция. Если мы говорим о всестороннем развитии, по-настоящему динамичном, по-настоящему отечественном, конечно, нужно брать курс на питомник. Все равно собственный питомник это неизбежно, потому что в противном случае, коллеги, на импортных саженцах мы все равно далеко не уедем. Я ориентирую всех сегодня сельхозтоваропроизводителей на собственную селекцию. Свой питомник – это гарантия того, что всегда будете и с саженцами, и с урожаем. Согласен. В прошлом году с этих садов собрали рекордный для предприятия урожай 15,5 тысяч тонн яблок. Среди них такие сорта, как Fuji, Golden, Red и Granny Smith. Вениамину Кондратьеву предложили попробовать. Губернатор оказался сторонником отечественной классики. Чтобы мы не говорили, но самые вкусные яблоки – это яблоки родом из нашего детства. А в нашем детстве на Кубани таких сортов не было. Даже Семеренко, которая явно все равно у вас есть, но сегодня они неоправданно забыты, эти сорта. Мы запускаем в этом году проект именно Семеренко для детей. Именно в выбранном детском направлении. Именно у нашего Семеренко они решили взять за основу. Соответственно, мы сейчас создаем упаковку, упаковываем по 6 яблочек, да, и первый проект вот именно для детей стартует. Сегодня в регионе под садоводство восстанавливают площади, которые приносили урожай еще 20 лет назад. И подобные проекты, как в Абинске, отличное подспорье для того, чтобы возродить славу кубанских яблок. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Абинский район. Новая школа к 1 сентября. Такой подарок получают ученики и учителя 37-й школы станицы Старомышастовской. 2 года назад после посещения учебного заведения губернатор Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать школу. Нашли инвестора. Деньги, а это более 65 миллионов рублей, выделил Каспийский трубопроводный консорциум. Сегодня глава региона вместе с инвестором приехали посмотреть на результат. От старого здания остались только стены. Школа изменилась до неузнаваемости, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Сегодня это даже не обновленная, а новая школа. Молодцы. Ну, я считаю, что это успешный пример реализации совместного проекта. И для КТК это была большая радость участвовать в реконструкции школы. Я думаю, что для многих детей будет привилегия учиться именно в такой школе. Впереди у нас еще будет немало проектов. Как вы правильно отметили, бизнес бизнесом, а работа для людей. КТК – это социально ориентированная компания. Ведь можно делать инвестиции, конечно, и в бизнес, но они делают самые главные инвестиции – инвестиции в детей. Значит, они вкладывают свои инвестиции в будущее. И я хочу вас заверить, поверьте, это будущее не доставит с ответом долго ждать. Сегодня 37-я сельская школа ничем не отличается от городской, заметил глава региона. 14 специализированных кабинетов с современным оборудованием и техникой, спортивный зал, столовая и медицинский кабинет. Школа отвечает всем требованиям. У нас было оборудование, но все, конечно, сейчас более достойно, более современно. И, конечно, и кабинеты, и цвета подобраны, что сказать. Естественно, и дети уже оценили. Это сельская школа. Но она сегодня не уступает любой городской, даже лучшей городской школе. Она дождалась своего звездного часа. Но поверьте, я уверен, что еще сотни школ в сельской местности, да и в наших городах ждут своего звездного часа. Я уверен, они дождутся, потому что, еще раз подчеркиваю, на детях никто не будет экономить. Потому что дети, те, кто приходит сегодня в школу, это будущее и края, и страны. В школе есть и отдельный актовый зал. Такому могут позавидовать даже некоторые дома культуры. Большая сцена и места для зрителей. Здесь школьники могут развивать свои творческие способности. Здесь ребята делают свои первые публичные шаги. То есть выйти на сцену, выйти перед сверстниками, выйти перед классами. Это очень нужно. Они здесь по-другому воспринимают и свои возможности, в том числе и ораторское искусство, которое в каждом есть по чуть-чуть, но не каждый может это развить, потому что не каждая школа может дать эту возможность. Великолепный сегодня актовый зал. Я думаю, что здесь ребята максимально будут раскрываться во всех своих способностях. Это очень важно, чтобы наши сельские мальчишки и девчонки не чужались огромного количества людей, даже не очень огромного, а чувствовали себя там уверенно. Сейчас в 37-й школе обучаются 470 учеников, а в сентябре порог образовательного учреждения переступят 52 первоклассника. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.
Повезло не только школе, станице Старомышастовской. К новому учебному году все образовательные учреждения края были приведены в порядок. Где-то требовались просто косметические работы, а где-то реконструкция. Во многих школах появились новые классы. В целом это около 2000 мест. В этом году в Краснодарском крае на капитальный ремонт было выделено более 31 миллиона рублей. На эти деньги подготовили 24 образовательных учреждения в 11 муниципалитетах края. Кроме того, отремонтировано 33 спортивных зала. Из них 29 в сельских школах. На эти цели потрачено 108 миллионов рублей. В Сочи в этом году свои двери откроют три новых школы – Верхней Беранде, Совет-Кваджи и Селевеселая. Так, ведется активное строительство дополнительного крыла в школе номер 100. По сути, это полноценная школа со своим пищеблоком и спортзалом. Финансируется проект за счет федерального и краевого бюджетов, а возводится объект в рамках муниципальной программы развития отрасли образования города Сочи. Сегодня с визитом в сотой школе побывал председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов. Блок начальных классов на 400 человек – это трехэтажное здание площадью 7000 квадратных метров. Председателю ЗСК глава города рассказывает об уже выполненных работах. Препятствий по выполнению обязательств у подрядчика нет, в том числе и благодаря стабильному финансированию, отмечает в управлении образования. Это большой подарок. Проект в окончательном уже варианте стоит 360 миллионов. Работа идет, засучив рукава. Строители работают достойно, грамотно, сейчас даже опережая сроки, да, установленные графиком проведения строительных работ. Достойно мы закончим, завершим строительство. В декабре месяце получим ввод в эксплуатацию и 11 января заведем наших детей в новое здание. На сегодняшний день здесь уже проложена вентиляция и система теплоснабжения. Помимо классных комнат, в новом крыле школы номер 100 предусмотрены свой пищеблок на 200 мест, а также актовые и спортивные залы. Также у первоклашек будут собственные гардеробные и санузлы. Показали Владимиру Бекетову и кабинет будущего информационно-библиотечного центра медпункта. Помещение для внеурочной работы, где школьники будут заниматься трудом, моделированием, творчеством, музыкой и танцами. Звание «Самая современная сельская школа» подтвердит и в новой пристройке. Сюда также закупят мультимедийные комплексы, интерактивные экраны и современные парты. В обязательном порядке строится доступная среда. Такого нет во многих городских школах, подытожил экскурсию председатель законодательного собрания края. Еще 15 лет тому назад представить, что в Краснодарском крае может быть школа такого уровня, как вот мы видим сейчас, было практически невозможно. Сегодня мы много внимания уделяем детям, их воспитанию, развитию. Также председатель ЗСК отметил, что Сочи – лидер по строительству социальных объектов в крае. И такое массовое строительство средних общеобразовательных учреждений в регионе продолжится. В Краснодарском крае планируют ликвидировать вторые смены. Для того, чтобы разместить всех в одну смену, мы планируем до 2022 года при непосредственном участии федерального бюджета, потому что федеральный центр очень серьезно помогает в этом вопросе, построить порядка 100 тысяч школьных мест, то есть школы на 100 тысяч мест. Ну, чтобы было понятно, это если вот школы такого уровня, это нужно будет минимум 90 миллиардов рублей для того, чтобы все это решить. 90 миллиардов. Безусловно, их надо еще заработать. Но экономика в крае развивается. Я думаю, что эта задача по плечу, мы ее решим. Продемонстрировали Бекетову и возможности основного здания. К слову, это образовательное учреждение вице-премьер России Ольга Голодец назвала образцом образования 21 века. Напомню, построили школу 5 лет назад рядом с микрорайоном, где живут олимпийские переселенцы. Улучшить свои жилищные условия сегодня могут и сами сочинские учителя. За последние 5 лет наши педагоги получили 156 служебных квартир. В этом году отрасли образования муниципалитет выделяет еще 20 квартир. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Уровень организации охраны дошкольных организаций Адлерского района проверил сегодня глава Сочи. Количество и детских садов, и их воспитанников в последние годы заметно увеличилось, но выросли и требования к безопасности. Такие проверки проходят регулярно. На этот раз это связано с началом учебного года, ведь многие дошкольные учреждения расположены рядом с общеобразовательными. Мэра интересовало то, как работают системы охраны и сотрудники служб безопасности. Расположение камер видеонаблюдения, как проходит мониторинг изображения, несколько других параметров. Задача такова. Вся территория, каждый уголок должны просматриваться с помощью камер. Если видит, что кто-то перелазит через забор, либо откуда-то там движется, он нажимает кнопочку. Все, вот все, что требуется.
А поэтому мы требуем, чтобы по периметру везде камеры просматривали. А так смысла нет. Это действительно очень-очень важно. Практически во всех детских садах обновлены помещения, приведены в порядок дворы и уличное игровое оборудование. Кстати, на расширенном педагогическом совете были приведены такие данные. Подготовку образовательных организаций к новому учебному периоду обеспечили бюджеты всех уровней. Всего потрачено 77 миллионов рублей. 20 миллионов шефских средств привлекли для ремонта ряда школ и детских садов. И, возвращаясь к теме безопасности, такая проверка пройдет по всем районам курорта и затронет все образовательные учреждения – и школьные, и дошкольные. Сочинские дети весело попрощались с летом. В цирке накануне подвели итоги детской оздоровительной кампании. Получился настоящий детский праздник. Там побывала Елена Овсецина. Здесь собрались дети из разных районов Сочи, чтобы сказать спасибо взрослым за веселое лето. На площади у сочинского цирка они интересно проводили время и вспоминали, как отдыхали на каникулах. А в Сочи, помимо дневных школьных лагерей и путевок в детские лагеря края, для ребят были организованы экскурсии и многодневные походы. Там были всякие конкурсы. Мы ездили на Ореховские водопады, на Агурские водопады и на Ахуну чайные домики. Мы ходили этим летом по Лабе. Было очень интересно, весело. Всего ходили 11 дней, прошли более 100 километров. Конечно, грустно то, что лето заканчивается. Но впереди школа, это значит новое отношение, и мы будем узнавать что-то новое. А для ребят помладше во всех районах Сочи работало 145 площадок нашего двора. Там каждый день занятия себе по душе находили 3000 девчонок и мальчишек. С ними по инициативе главы города в летнее время занимались студенты сочинских вузов. Шефство над каждой игровой зоной взяли и городские спортшколы, и молодежное объединение. Мне очень понравилось, было очень весело с ребятами также веселиться, проводить время и получать вместе с ними удовольствие. Там было веселье, много конкурсов. Очень клево было. Сами родители признаются, дети, едва проснувшись, бежали во двор. Занимательно с ними работали и молодые специалисты дошкольных учреждений и домов культуры. Дети к нам приходили абсолютно разные. Те даже, которые приезжают к нам в гости отдыхать, мы были всегда рады. Пятая гимназия, третий лицей, всех деток мы приглашали. Детский садик номер 7 тоже с нами очень активно сотрудничал. И мы с ними проводили время, играли, веселились, участвовали в экологических акциях, участвовали в постановках, пели, танцевали флешмобы. Мы настолько были увлечены этим летом, что оно настолько незаметно пролетело, и нам даже немножко грустно уже с ним прощаться. Создавали материальную базу для того, чтобы у детей на площадках было во что играть, депутаты городского собрания Сочи, меценаты, предприниматели. В этом году городские предприятия впервые подключились к программе «Площадка нашего двора». Стали приглашать группы детей к себе в гости. Таким образом, юные сочинцы узнали, как пекут хлеб, лечат людей или охраняют общественный порядок. Даже на боевых тренировках побывали. И все это, разумеется, бесплатно. Всех руководителей предприятий, которые приняли активное участие в летней программе, сегодня благодарил лично глава города Анатолий Пахомов, а дети дарили аплодисменты. Они закалялись, тренировались, учились петь и танцевать, рисовать, дружить и делать подарки городу. Наши дети высаживали деревья и цветы, делали наш Сочи еще более красивым и модным. Сегодня прекрасный повод еще раз помнить о том, каким были летние каникулы. Огромное спасибо педагогам, работникам культуры и здравоохранения, сотрудникам управления молодежной политики и студентам. Грамотами главы города были награждены все, кто помогал в жаркие каникулы не остаться ребятам в одиночестве. Приятно, волнительно, было очень неожиданно. Загорелые и довольные дети через пару дней уже будут делиться с одноклассниками летними впечатлениями от отдыха. Во всяком случае, в сочинении «Как я провел лето» у каждого будет что написать. К слову, в этом году в сочинские школы придут почти 40 тысяч юных сочинцев. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Участковые избирательные комиссии Сочи приступили к работе. С 30 августа избиратели могут обратиться с заявлением о включении в список избирателей по месту фактического нахождения. Прием заявлений завершается 4 сентября.
Для проведения выборов депутатов краевого парламента в Сочи образовано 222 избирательных участка. Они открываются с сегодняшнего дня и будут работать ежедневно. В будни с 16 до 20 часов, выходные с 9 до 13. Во всех участковых избирательных комиссиях можно уточнить сведения о себе в списках избирателей и ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах. Особенность нынешней кампании – это возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Широкомасштабная эта практика будет применена на выборах президента России. С 26 июля такие заявления у нас принимают территориальные избирательные комиссии, а также многофункциональные центры предоставления муниципальных и государственных услуг. С 30 августа можно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения в участковую избирательную комиссию. Начиная с 31 августа участковые избирательные комиссии принимают заявления о включении в реестр для голосования вне помещения. Возможность проголосовать вне помещения участковой избирательной комиссии, согласно действующему законодательству, предоставляется избирателям, которые не в состоянии прийти по состоянию здоровья либо инвалидности. Таких граждан в Сочи зарегистрировано чуть более 34 тысяч. Это практически 10% от общего числа избирателей. Подать соответствующую заявку можно как самостоятельно с помощью родственников, соседей, так и по телефонам участковых избирательных комиссий. Все контакты указаны на сайте Центральной избирательной комиссии. В Сочи снова объявлено штормовое предупреждение. В пятницу в Сочи ожидаются ливни, шквалистый ветер, смерчи. Сочинцев просят по возможности отказаться от пользования личным транспортом. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. А вот сильный дождь, который прошел накануне, прибавил заботы сочинцам и сотрудникам спасательного отряда МЧС. Поздно вечером сотрудники МЧС выехали в поселок Молдовка. Там спасатели откачивали воду из подвалов частных домов. Никто из жильцов не пострадал. Также в районе горного массива Ачишхо продолжается поиск пропавшего туриста из Москвы. Сегодня туда отправлена еще одна группа спасателей. На данный момент пропавший не найден. И к другим новостям. Сочинцы теперь могут оформить участок на кладбище под семейное захоронение. Сейчас жители курорта нередко самовольно занимают территории для будущих захоронений. Если законодательством регламентировано предоставление 4 квадратных метров земли, то по факту без согласования огораживаются участки до 20 квадратных метров. Управление по организации похоронного дела вынуждено обращаться в судебные инстанции. Как результат, решение суда о приведении участка в первоначальный вид и демонтаж всех сооружений на нем. Совместно с депутатами городского собрания была разработана специальная программа. Теперь сочинцы могут обратиться с заявлением в управление по организации похоронного дела и официально оформить место семейного захоронения. При этом гражданин обязан внести единовременную плату в бюджет города. Тариф для сельских округов – 8500 рублей за квадратный метр. Для остальной территории города – 14 тысяч рублей за квадратный метр. Эти средства будут направлены на благоустройство кладбищ, а также на их кадастрирование и оформление территорий. Ремонт дорог, модернизация электросетей, строительство детских и спортивных площадок. Программа так называемых «малых дел» активно реализуется в Барановском сельском округе. Помимо глобальных задач, таких как, например, газификация водоснабжения, здесь решаются и текущие вопросы, наказы жителей округа. Ольга Десятова сегодня побывала в Верхнем Юрте и узнала, что в рамках программы «малых дел» сделано в этом селе. На площадке у Дома культуры села Верхний Юрт сегодня подводят итоги лета. Модели из кружка юных мастериц демонстрируют костюмы, которые сшили сами. А самых спортивных сельчан награждают грамотами и медалями за активное участие в летней оздоровительной кампании. На приклубной площадке всегда многолюдно. Сюда, кстати, любят приходить не только дети. От 3 и до 80. Вот здесь сидят у нас родители, бабушки, дедушки. Так что мы очень рады, что у нас есть детская такая площадка, прикубная площадка. Площадки возле Дома культуры 6 лет, а вот эту в глубине села установили совсем недавно. Всего же в округе за последнее время, благодаря помощи сочинских депутатов-единороссов, появилось 5 детских площадок. Стоимость каждой, к слову, больше 150 тысяч. Появляются и вот такие комплексы для занятий воркаутом. Этот вид спорта основан на упражнениях, которые выполняются на турниках и брусьях. Сегодня в Сочи физической культурой и спортом активно занимаются порядка 40% жителей. И эта цифра, конечно, будет расти. В том числе благодаря вот таким воркаут-площадкам. Уже очень скоро таких по всему городу Сочи установят 86. Это инициатива мэра курорта Анатолия Пахомова. Часть программы по развитию массового спорта.
Ну а так теперь выглядит центральная улица Верхнего Юрта Обовяна. Более 3,5 километров идеально ровного асфальта. Осталось залатать последние 200 квадратных метров. Работа уже почти закончена. На ремонт улицы из бюджета края выделили порядка 20 миллионов. Ну а переулок Совхозный сделан силами жителей села. Так же, как и вот этот проулок. Активно решаются и вопросы с электроснабжением. Очень серьезная работа проведена по модернизации электрических сетей и замене столбов. На улицах Армянская, на переулке Комбинатовский, на переулке Черешневый, на улице Обовяна, на улице Леселидзе, на улице Джапаридзе. Нам и еще на ряде улиц проулков были заменены где-то точечно, а где-то массированно столбы. Вот, например, улица Обовяна практически, наверное, больше 15 столбов, 20 было заменено. Газовики тоже не отстают. На желтые трубы в центре поселка уже нанесли свежую краску. Одним словом, работа в селе кипит. Получилось так, что мы сконцентрировали усилия на выполнении именно тех вопросов, которые жители задают на встречах. И под гидой главы города то, что он ориентирует нас на то, что мы выполняли именно не, скажем так, не то, что решается в кабинетах, а то, что непосредственно мы берем с улиц, то, что мы берем на встречах с жителями. Наказы жителей в списке первостепенных задач рассказывают в администрации. Ведь за каждым малым делом удобство и комфорт каждого из селян. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валиденталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей, улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.